Южноуральцев стало меньше, а в Челябинской области смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. Демографический кризис в регионе подтвердил Росстат. Такой резкий скачок произошел в период с января по июнь этого года. При этом рождаемость на Южном Урале продолжает сокращаться. За первые 6 месяцев 2023 года было зарегистрировано 15 016 родившихся и 21 928 умерших против 15 139 и 23 956 в прошлом году. Естественная убыль населения составила 6 912 человек. В то же время позитивная динамика наблюдается по количеству браков и разводов. Если годом ранее эти назначения составляли 8,7 тысяч и 8,4 тысячи соответственно, то уже в нынешнем году эксперты зафиксировали 9,1 тысячу бракосочетаний и 8,2 тысячи разводов. Порадовали демографов региона и цифры по количеству смертей. Их число снизилось на 8,5%. Так, за 6 месяцев 2023 года в области умерли почти 22 тысячи человек, а годом ранее было зафиксировано почти 24 тысячи смертей. Кроме этого, сократилась младенческая смертность на 6%. За январь-июнь в регионе умер 61 младенец.